как? Отличная работа. Я сейчас говорю с Уолтоном. Он смотрит на него через дорогу. Как тебе новая тачка, Уолтон? Что, лучше прежнего? Я думал, у тебя есть вкус. Оружие и боеприпасы, как ты просил. Вот эту машинку нужно взять. Спасибо, что перегородил ему путь к отступлению. Не обращайте внимания, граждане. Просто съесть это. Как недостаточно места, ну как такое может быть, как? Да я уже все съел, но должно быть место. Почему нету места? Нам нужно срочно восстановиться. Как же это странно. Надо поквитаться с этим. Взрывайся. Ну. Я хочу это увидеть. Это грузовик откуда здесь взялся? До сих пор кого-то стреляют. Голый куб. Нет, тебе лучше не выходить. Не выходить. Меня лично интересует вот это. Что там в лесу. Я могу лопать.
что-то использовать. Прости, мэн. Эй, кретин, с дороги-то убери тачку. Не может такого быть. 3.6. Что у меня за путешествие? Пистолет можно было, наверное, забрать. Зачем они так? Они сбили своего же. Следили. Пистолеты где-то валяются. Ладно, поехали. Это концов. Наручники может применить. Так, улучшение. Обязательно хочу посмотреть. Достаточно средств все же. В этот раз все получится. 40, 60, 80. Обездвижить, можно атаковать. Я не буду вам мешать. Минус 20 секунд, хорошо. Белый костюм или плащ. Чутко сработано. $3. Нет, не получается. Встречают по одежке. Мистер Райли, я и не знал, что у вас такой прекрасный вкус. Конечно.
попробую укрыться. Отлично, это точно подойдет. Он все-таки меня заметил, да? Плохо. Сейчас такой автопарк будет. Они нас не видят. Надо, чтобы они отъехали отсюда. Дружок накинем. Забавно наблюдать, как ты прикидываешься невинной овечкой. Я попросила кое-кого из своих проверить твое досье. Угон, кража, нападение. Это далеко не весь список. Я не говорил, что святой. Но я не делал того, в чем меня обвиняют. Подонок, что убил моего отца, остался безнаказанным. Он поплатится, как только я отыщу его. Вот и все дела. Кстати, о плате. У меня для тебя задание. Проблема в том, что придется перейти дорожку серьезным шишкам. Знаешь, семейство Сидоровичей. Знаю одного Сидоровича с Припяти. Они европейцы, да? Русские? Не совсем, но вроде того. Сидоровичи горделивые, коварные и на все пойдут, лишь бы добиться своего. Они обманщики, Уилл, все до единого. Никак не пойму, почему наш город так полюбился всем этим бандам. Мы же так, мелкая рыбешка. Наш город на полпути между двумя мегаполисами, фактически государственная граница. Здесь-то и кипит преступная жизнь. Если обобрать Сидоровичей, у нас будет не только бабки, но и внимание всего города. А оно куда более ценно. И что же мы будем красть? Произведение искусства стоит целое состояние. Их шестерки пока прячут работу в трейлерном парке, но вряд ли они как следует ее охраняют. Проникни туда, укради картину и продай торговцу произведениями искусствами. Копы до сих пор здесь. Как бы я зашел в здание, время остановилось. Не надо никуда звонить. Рапорт пошел. Никого.
жилая зона. Бонжур, я господин Честер Робертс, ценитель изящных искусств, похоже, у него парик, изысканных европейских безделушек. Старинная картина маслом, продать. Картина продана, задание выполнено, славно, добро пожаловать в увлекательный мир похитителей произведений искусства Вилл. Картина продана, 1 из 20. Там, кстати, братишка наш. Возможно, звучит странно, но ты снова должен разбить парочку машин. Для тебя это обычное дело? Есть повод? Мой приятель попал в беду. Хочу его выручить, надо обеспечить его автосервис с клиентами. Все довольно просто. Кстати, о делах, Дуэйн. Я беспокоюсь. Насчет чего? В последнее время ты что-то не особо мне помогаешь. Я про Бузард, пока мы ничего толком не выяснили. Намекаешь на то, что я бесполезен, что не выполняю свою часть работы? Возможно, стоит сменить стратегию. Я все сделаю. Сказал, сделаю. Тебе не мешало бы хоть немного поверить в меня, Уилл. У меня в любом случае кое-что назревает. Скоро у нас объект, все начнется налаживаться. Но сперва давай поможем этому парню, идет. Можешь расколотить парочку пикапов, а хозяева пригонят ему их в ремонт. Он обещал поделиться со мной прибылью. Уничтожить 3 пикапа. Смотри, в каких миллиметронах они тут катаются. Нам свидетели ни к чему, там уже полицейские. Dispatch,
Машину нужно сменить, машину. Так, нас потеряли. Вот такой вон. Интересно, а с поездом урон, наверное, же выше. Там можно погибнуть. Может, он хотел, чтобы я его под пресс закопал. Совместить приятно с полезным. Два фургона за раз. Копы ничего не замечают подозрительного. Себя ведут, как будто так и надо. Все идет как должно. Молодец, все сделал. Ему нужна была прибыль. Я позабочусь о том, чтобы все владельцы получили флайеры на ремонт. Хороший ремонт понадобится. С нуля, так сказать. Мы с Арло давно знакомы, просто у него сейчас трудные времена. Ночь.
она становится тебе. Стой, стой, стой. Вообще никто не остановится. Лучше было бы какое-то такси вызвать. Надо каким-нибудь нерасторопным полицейским, чтобы подозреваемый угнал у тебя патрульную машину. Слишком много звезд. Вот так. У меня для тебя последнее задание. После я в твоем распоряжении помогу тебе найти полицейские улики, и мы восстановим твое доброе имя. Как я говорила, кольцо и платье понадобились мне не просто так, но тебе это не понравится. Ладно, выкладывай, должен стянуть бархатные перчатки или, может, бриллиантовую диадему, чтобы дополнить ансамбль. А ты забавный, тебе об этом не говорили. Мне предстоит званый ужин в доме родителей. Хочешь, чтобы я составил тебе пару? Ты будешь моим женихом. Стоп, что? Не беспокойся, это ненадолго. Одна нога здесь, другая там, по-саперски. Погоди, я же... Встретимся в доме, я сперва закончу кое-какие дела, но... Ах да, надень этот костюм, родители у меня со вкуса. И сразу репорт. Ну, думаю, должно быть все в порядке. Хотя желательно сейчас сменить машинку. Ну не на фургоне ж мороженщика нам ездить. Успеет. Нет, опять одна звезда, да что ж такое? Две. Отдышись. Интересно, как она стала воровкой? Не похоже, чтобы ей нужны были деньги. Вам помочь, сэр? Да, я пришел на званый ужин. Прекрасно, сэр. Могу ли я вам предложить что-нибудь выпить? Лимонад. Как пожелаете, сэр. Скорее бы же она пришла. Надо постараться смешаться с толпой. Говорят, сегодня придет жених Анны. Правда, почему мы не видели его раньше? Он очень занятой человек, говорят, он проектирует небоскребы. Ничего себе, что же она про меня наплела? Надо поговорить с ней. Пообщаться на вечеринке. Кто-нибудь видел ее? А вы кто? Я жених, мне нужно поговорить с ней. Насколько я знаю, она еще не пришла. Может, присоединитесь, поужинайте? Да, я, пожалуй, бы поел. Попробовать икру.
Ух, это еще хуже, чем тюремные харчи. Развлекайтесь? Ну да. Меня зовут Петр Михайлов, рад знакомству. Откуда вы знаете Ивановых? Я видел ли... Видите ли, обручен с их дочерью. Так вы знаменитый Себастьян? Мне вы представлялись не таким крепким на вид. Стефан, Пенелопа, идите сюда, это Себастьян, ваш новый зять. Какой вы, однако, широкоплечий, мне сказали, вы архитектор. Не обращайте на Стефана внимания, он проникнется к вам расположением. Добро пожаловать в семью. Спасибо, какой чудный у вас дом. Как вы познакомились с нашей дочерью? Нас объединила страсть к автомобилям. Анна же вроде потеряла свои права. А, вот вы, Анна, иди сюда. Да, что такое, мама? Стоп, что? Нет. Может, представишь нас своему сужену? Проси, сэр, наверху сработала сигнализация. Пойду проверю, ждите здесь. Это не мой жених. Послушайте, я все объясню. Не то, чтобы я считала его обаятельным душкой, но это не мой. Не считала его обаятельным душкой. Нас ограбили, кто-то обчистил нас. Меня подставило, надо уносить ноги. За ним. Узнай его телефончик, папуля. Скройтесь от полиции. $753 уже. Прости, Вилл, ты так здорово отвлекал внимание, сработало идеально. Ну отлично, на этом закончим. Уже в следующий раз увидимся.